Юрий Розанов и Василий Соловьев приветствуют вас с комментаторской позиции этого стадиона. Мы на футбольном матче здесь, вы у телеэкранов. Надеемся, что удовольствие получим и мы, и вы. Спартак и ЦСКА. То, что будет, это понятно. А биток-то на трибунах, он гарантирован просто одной вывеской, правда? Это главная московская вывеска футбольная на Севефорум. Часа, то мы узнаем все. Но ради того, чтобы посмотреть эти 90 минут, мы, собственно, и смотрим футбол. Расмусель. Вперед Гамбаров. Без всяких усилий перехватывает игрок мяч. Расмусель. Классический вариант развития атаки. Пас с фланга и что дальше? И лишь слегка задевает. Может быть, замахиваться-то было не так серьезно. Позиция-то была подходящая. Я вообще удивлен, что у него голова осталась на месте после этого удара. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Расмусель. Олисе. Гонсалес. Ну же! Забирает мяч вратарь. В принципе, у него есть возможность сразу его бросить. Я скажу, повезло защитнику, что мяч в аут ушел. Есть время остальным отойти назад. Щенников. Честно говоря, передернули, да? Алексей Березуцкий. Продолжайте играть, спартаковцы. Выдает штрафную. Красиво, правда? Какой кружок. Намертво поймал мяч. Попадает этот удар в полевого игрока. Расмусель. Мяч в центральной зоне. Перехват. Уходит мяч за лицевую. Удар с угла поля.
слишком ли высоко, не слишком ли долго летит мяч? Очень часто после прострелов защита перехватывает мяч. Вот как раз такой случай. Стандартное положение от углового флажка. Будет гол, наверное. Длительной паузы не будет, но на этот случай пронесло. Ромуло. Хороший шанс до удара. Дистанции не... Свисток арбитра. Фол. И стенка отражает этот удар. Загоев. Даже если обострения не будет, подобный пас всегда добавляет куража. Брызгалов. Ромуло. Ромуло на эту жестикуляцию, я думаю, что мизер игроку отведет. Камбаров. Олиса. И теперь уже возможность отдать в центр, и там по прямой атака может развиваться. Только что отобрал и сразу же вроде бы потерял. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Жано Ананидзе. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок, я практически в этом не сомневаюсь. Опасно! Выбрал позицию, здорово, вот потому прямо в руки мяч и пришел. Василий Березуцкий. Расмусель. Загоев. Неточность. Соперник мяч перехватывает. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Брызгалов. Алан Загоев. Конечно, вратарь должен выйти и забрать этот мяч. Мяч отобран в середине поля. Ромуло. Не подстроился, по-моему, игрок под мяч. Или что-то другое не сложилось. Во всяком случае, результат мы видим. Совсем-совсем не точно.
Жано Ананидзе. Ну и какое-то время, конечно, возьмут, чуть переведут дух и с удара от ворот начнут свое наступление. Кирилл Камбаров. И вот он, удар по воротам. Самое интересное было бы спросить сейчас у игрока, куда он целился. Загоев. Перехвачен мяч. Можно отдохнуть. Очень внешне легко проходит дальше. Должен быть гол. Ах, таила в себе угрозу эта подача-то. Вот что мы любим. Отбивает мяч вратарь, но атака не завершена. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Ромуло. Сегодня у него день рождения. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. Кирилл Набабкин. Гонсалес. Алан Загоев. Думаю, надо бить и забивать. Хороший момент. Гол! Вот это гол, Гюр. Я даже думаю, что вратарь не понял, что происходит. Да, между прочим, вот эта передача. Хорошо, что еще забивавший на нее откликнулся. Я лично не ожидал такого паса. Жано Ананидзе. Никто не готов, никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. Кирилл Набабкин. Вот моментище. Как говорится, на палубу вышел, а палубы нет. Жано Ананидзе. Есть время даже голову поднять и поискать адресата. Чаще всего защищающийся просто больше. Гонсалес. Расмусель. Кирилл Камбаров. И обратно. Думаю, вот шанс забить. Обидно, досадно, но, как говорится, ладно. Ой, ну как так можно, а? Хотел спасти свою команду, и что? Все наоборот.
Есть опасения, что команде от подобного кикса уже не отправится. Кирилл Камбаров. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Подает штрафную. Удар по воротам. Но мнение современного футбола не давать бить или блокировать удары, как получится. На Бабкин. Расмусель. Кирилл на Бабкин. Ромула. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок. Я практически в этом не сомневаюсь. Щенников. Олиса. Нащупывают брешь в обороне соперника. После первого тайма счет в матче ничейный. 1-1. Вот тут такой вариант в ничейном первом тайме по принципу «сам сломаю, сам и починю». Странно это всегда наблюдать, когда случаются такие автоголы. Но вот счет ничейный и непонятно, что будет дальше. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Это к тому, что если по продолжительности первый и второй тайм одинаковые, то удельный вес второго все-таки. И если кто-то догнал, если кто-то на эту передачу откликнется, то может быть опасно. Гонсалес. Расмусель. Тут можно сказать, что и на коротке. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Опасно атакует ЦСКА. Попытка обострить была, но пас оказался неточным. Хороший пас. И... А вам не кажется, господа, что это свисток в пользу провинившегося? Команда будет вводить мяч из-за боковой линии. Ну и вот она, замена. Практически у боковой линии комбинирует команда. Передача не прошла, есть время отдышаться. Загоев. Кирилл на Бабкин.
Расмус Эльм. Кирилл на Бабкин. Хорошая игра головой. Ну и кто еще открыт? Через кого атаку продолжать? Гонсалес. Перехватывают мяч спартаковцы. Кирилл Камбаров. Жано Ананидзе. Ромуло. Думаю, надо бить и забивать. Еще представится такой шанс выйти в лидеры. Я скажу, повезло защитнику, что мяч в аут ушел. Есть время остальным отойти назад. Только что замена произошла. Мы уже смотрим, на какой позиции расположился игрок. А теперь будем смотреть, что ему удастся сделать. Олисе. Ну, а если не встретить? И вот он, удар по воротам. Пас не удался, и мяч уходит в аут. Дернул мышцы. Это 3 недели, если что. Казалось, что защитник сыграл идеально, но только казалось. Великолепный был момент, но счет остается равным. Алексей Березуцкий. Жано Ананидзе. Очень уверенно ловят. Защитники смотрят. Сами увереннее будут. Кирилл Камбаров. Можно верхом, можно низом. Как хочешь, абсолютно. Как подкошенный футболист падает. Похоже, потянул мышцу. А ведь контакта-то и не было. Мяч уходит на угловой. Удар по воротам. Хорошая оборона, согласитесь. Удар приходится в полевого игрока. Тоже, между прочим, вариант возобновления или, наоборот, продолжения атаки. Аут. Чем хуже?
Поглядим сейчас, как скоро ему мяч игроки направят. Лучше в какое-то время его не задействовать в пасовой игре. Да, пусть войдет в игру, разбегается немного. Только что выиграл защитник борьбу за мяч и сразу же его теряет. Расмусель. Некое подобие стенки. Пас по флангу. Гонсалес. Олисе. Щенников. И будет борьба в штрафной. Еременко. И соперник пока должен быть доволен результатом, который на табло. Потому что в этой ситуации забивать было нужно. Жано Ананидзе. Ну, далековато было, согласитесь, да, и очень легко голкипер мяч ловит. Жано Ананидзе. Подача в штрафную. И опять оборона берет вверх. Полетка. Кирилл Камбаров. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Давайте посмотрим еще один раз повтор, только с другой камеры. Еременко. Олисе. И вновь не точно. Что-то с ним сегодня не то. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Великолепный удар, великолепный гол. Отличный дальний удар. Непонятно только, почему никто из защитников ему не помешал. Какой гол мы только что с вами увидали. Загляденье просто. Не только конфетка, а еще и в подарочной упаковке. Еременко. Олисе.
Совершенно верно. Отбивать его посильнее, подальше от ворот. А вот давайте посмотрим. Это серьезное психологическое давление. За вратарем надо смотреть. Стандартное положение, стандартная процедура. Угловой удар. Ситуация-то была очень опасная, а по тому, как вратарь мяч забрал намертво, кажется, что и не было ничего. Щенников. Гонсалес. Гол! Ликовать надо поменьше, потому что время игры идет, а гол-то надо забивать. За одну минуту он может и не получиться. Последний ответ. Это точно. Вроде бы один мяч нужно отыграть, но как это сделать? Хорошая позиция для удара головой. Вратарь Бауте. И сокращается разрыв, сокращается он до минимума. Денис Ушаков. Ну что ж, качество паса, качество игры. Сегодня парни выполняют пасы на высшем уровне. Это и шанс забить, и шанс потянуть время. Вот это шанс! В эпизоде хорош, но это еще не все. Мяч в игре, и он рядом с воротами. Судья фиксирует офсайд. Ушаков. Удар! Гол! А кто сказал, что не должны забивать выходящие на замену игроки? Может быть, таких много, да? Именно так и рассчитывалось. Он вышел под усталость соперника, он свеж, он нацелен на ворота, и он забил. И прекрасно видно, как игрок контролировал и мяч, и ту точку, в которую он попал. Нижний угол. Еременко. Видим мы борьбу. Василий Березуцкий. Великолепно играет защитник. В очень напряженной, в очень опасной ситуации выносит мяч за пределы поля. Вот шанс забить. И последнюю. Финальный свисток. Думаю, завтра главной новостью всех спортивных газет будет этот мяч в свои ворота. Забиваешь себе, тут уже такая история, что все будут смеяться над тобой. Этот футбол с вами смотрел Юрий Розанов. Всего вам доброго и до новых встреч.
И арбитр фиксирует взятие ворот. Жано Ананидзе. Удар и вынимай. А это гол. Юра Мовсесян.